Всем привет, у нас сегодня 23 февраля, поэтому всех мужчин я поздравляю, кто празднует еще этот праздник. Для нас как-то традиция, что ли, осталась еще такая. Ну, почему бы не отпраздновать лишний раз, не поздравить наших любимых мужчин? Чисто символически, почему нет? Пришел курьер, второй день уже ждала, забрал конверт с документами, но почему-то зашел конверт. У нас бумажный конверт, мы сложили все документы в конверт. Но я надеялась, вообще-то, мы надеялись, распечатали дополнительно наклейку на то, что, так как там документы, что надежнее будет положить в полиэтиленовый, как обычно это делается, или в такой плотный бумажный конверт они ложат. Но тут чувак решил, что достаточно и так, нормально пойдет. Все, заплатили деньги и конверт зажали. Даже такое, 2 дня их, в общем, ждали. Должны были в пятницу приехать, в пятницу не приехали, сказали в понедельник не приехали, сегодня вторник, во вторник наконец-то доехали. Хорошо, что я дома, потому что так вообще, получается, сиди неделю дома, жди. UPS вообще не рекомендую, сервис у них не очень. Очень даже не очень. Я сейчас буду делать торт для мужа. Позанималась английским, тут весь мой беспорядок. Ну, творческий беспорядок, вы понимаете, да? И обед буду готовить, точнее уже. Буду варить сегодня гороховый супчик. Торт хочу сделать кофейные коржи, пропитать лимонным йогуртом. И у меня еще есть еще консервированный персик или ванильным йогуртом, посмотрим. Не знаю, хочу первый раз сделать. И сделать такой торт, который закручивается в разрезе, будет с вертикальными коржами. Первый раз буду делать. Хочу попробовать, так что давайте приступать. Итак, коржи я уже почти спекла, но один спекла, второй сейчас у меня допекается. И я все-таки решила делать торт с лимонным кремом. У меня есть лимонный йогурт, я буду использовать его. И ананасики. Кстати, вам покажу. Вот эта вот фирма ананасов, Дола или как она называется, очень вкусная. Офигенные ананасы, просто очень сладкие и... Они колечками идут. Очень вкусные. Просто как свежий, спелый, сочный, сладкий ананас. И ароматный. Как вот прям свежий ананас, правда. Значит, фронт работ такой. У меня вот такой вот Activia йогурт лимонный. Я добавила туда сахара. Разрезала вот так коржи пополам. И ананасики у меня есть пополам. Вот так разрежу их полукольцами. И буду выкладывать полукольцами вот так на расстоянии. Смажу кремом сверху ананасы. Пропитывать ничем не буду, коржи так хорошо пропитаются. Ананасы и все пытаюсь свернуть. И ставлю вертикально. В общем, я попытаюсь вам показать. А потом еще как улитку делаете. Наматываете эти кусочки уже намазанные, готовые. С ананасами, наверное, будет делать это сложновато. Но я попробую. А сверху... Буду делать, скорее всего, ганаш. Так, как мы можем видеть, я его, кстати, на пленку поставила, мы можем видеть, что он у нас получился не сильно симпатичный, податливый такой. Но надо это все как-то скрасить, закрыть, поэтому я сейчас пропитаю некоторые места, чтобы он был не таким, чтобы стал более податливым ананасовым соком, тем более он здесь очень вкусный. А потом у меня есть, потом у меня есть 2% творог, правда он у меня неоднородный. Не знаю, буду мешать с йогуртом, сейчас как-то его пытаться все это сверху затянуть. Буду пытаться исправить ситуацию, выкручиваться из положения, поэтому я вам покажу, что в итоге получится. Не самый красивый торт в моей жизни, зато вкусный, и ананасов бы я положила побольше. Супчик у нас сварился, будем кушать, точнее я буду кушать. Муж еще не пришел.
Кстати, тарелки вот такие вот красивые. Под футболку мне подходят. Жду мужа с работы. У нас сейчас 5 часов, где-то через часик приедет уже. Я уже подустала. Торт вам не показывала, потому что получился он не очень красивым. Но я надеюсь, что вкусным. Вот, а я пока буду супчик гороховый наворачивать. В бульон мяса не добавляла, сделала с копченой сосиской и ветчиной туда порезала, обжарила вместе с луком, как зажарку. Морковь я бросаю сразу с горохом вариться. Еще укроп добавляю. Обожаю вообще гороховый суп с укропом. Это моя слабость просто. Горячий еще, но я уже начинаю. Очень вкусно. Ходила только что на улицу мусор выносить. Пришла. На улице, кстати, сегодня не холодно, но так хорошо, свежо пахнет. Зашла горяченького супца навернуть сейчас бы. Очень кстати. Чем я занимаюсь, собственно. Всем приятного аппетита. Кто тоже кушает. Есть еще полчасика, поэтому я протерла полы. Помыла. И буду, хочу еще позаниматься, так как у меня есть время, постелю плед, у меня нет коврика. Мы все никак не доедем до магазина и до онлайн тоже не дойду. Ну не хочется один коврик, здесь очень дорогая доставка, давай заказывать. Поэтому я сейчас постелю плед и буду заниматься йогой. Немножко. Сделаю растяжку, что-то спина заржавела, надо. Если хотите, присоединяйтесь, буду рада. Как вы поняли, здесь была не только йога, элементы растяжки, такое, некоторые упражнения. Поэтому, пока было время, из-за того, что у меня сейчас нет никакой практически физической активности, я сижу дома, работаю из дома, тело, оно просто деревянное становится. Поэтому надо, ну и физическая активность, и я немножко поднабрала. Поэтому надо что-то с этим делать. Здесь будет очень классно летом, когда потеплеет, здесь окна открываются, можно открыть окна, здесь птички будут петь, потому что здесь деревья, сосны высажены. Вообще просто будет круто. Я уже жду не дождусь, буду заниматься по утрам, это вообще кайф. Здесь солнце светит по утрам, будет так круто, я уже в предвкушении. Сделала заказ сегодня на Алиэкспресс, заказала наконец-то себе психанула лампу, заказала топ. Лампу, заказала топ, базу, такой нюдовый гель-лак, красный гель-лак, а потом праймер заказала от другой фирмы, и заказала еще белый и такой с блесточками, белый для френча и такой вот тоже как основу, но он с блестками, такой в общем красивенький. Все, психанула, но на сегодня хватит. Привезли нам только что почту. Сейчас покажу, как почту привозят. Ну, не почту, в смысле, а прессу. Вот так вот бросают на порог. В пакетике. Пакетик вот такой вот. С ручками. У нас одна уже лежит. Здесь всякая... Здесь всякая реклама, акции всякие, скидки. Сейчас посмотрим, что там у нас